Мама Эдит, папа Катя, мама Эдит, сделайте мне, пожалуйста, сестреночку, пожалуйста, я хочу сестричку! Продолжал кричать этот Вовочка и уже спустя 159 серий не может понять то, что я не мама Эдика, Катя не папа Катя, мама Катя, папа. Короче, мы не его родители, вот! Ну, мы пришли на день рождения Вовочки, да, работать аниматорами за 5000 рублей за одну смену. Мы прочитали Вовочке стишок, подарили ему самый лучший подарок на этой планете. Стул. На колесиках. Провели много конкурсов, устроили гонки на тачках для 5-летних детей. Поставили батут возле окна, конечно, на нем они прыгать не захотели. Потом провели конкурс рисунков и выявили то, что у одного ребенка психическое расстройство, и он видит каких-то чертиков под своей кроватью. У другого запоздалое развитие, он рисовать не умеет. А третий вообще просто гений какой-то Леонардо да Винчи, который нарисовал Железного Человека, мы с Катей прям офигели. И последний конкурс, это кто быстрее сядет на стул после того, как выключится музыка, тот и победитель. Победил Мишаня. Естественно, Вовочке это не понравилось, а Мишаня не захотел отдавать стул, и кто-то кому-то первый вмазал по левому уху, и закатилась драка. Я поставил 200 рублей на победу Вовочки, но не тут-то было. Они поднялись на второй этаж во время драки, и случайно Мишаня взял и просто пнул Вовочку, и тот бедный вылетел из окна. Сердечко-то резко прям остановилось. Но тут мы с Катей вспомнили то, что мы внизу поставили батуты. И то, что Вовочка упала на батуты, собачура-то такая. Ой, ладно. А в этой серии я наконец-то открою свой компьютерный клуб. Ай, задротите, как приятно видеть, я сегодня открываю свой компьютерный клуб, как приятно видеть, пацаны, в чё задротите, рассказывайте. Где бомба? Давите, матики. Майнкрафт. У одного бомба, у другого Майнкрафт. Купи АВП. Пацаны, дайте девушке поиграть, вы чё, я понимаю то, что у меня в компьютерном клубе пока что только два компа, но девушка бегает, топчет вам по клавиатуре. Лерочка, Лерочка, уйди, пожалуйста. Рашим коробку. Админ, не бань, пожалуйста, админ, не бань. Давайте. У тебя там все хорошо, ты что за заклинание читаешь? Да это не я заклинание читаю, тут, короче, один пишет рашбе, а другой говорит то, что Майнкрафт, моя жизнь! Вот, а я, Кать, знаешь, что делал все это время? За компом. Я ж, кстати, забыл тебе сказать то, что я новый комп у Ашотика купил. Мы ж в предыдущей серии заработали по 5 кусков. Мы помогли отметить день рождения Вовочки. Мы были аниматорами вот там в детском садике. И я потратил 2 куска и купил себе новый комп, Катюх. Точняк, у меня ж тоже есть 5000, я ж могу себе лаки купить. Кстати, я тебе предлагаю в следующей серии сходить к Эльвирочке и закупиться прям по максимуму. Да. Вот. Иди сюда. Я тебе, Катюх, проведу небольшую такую экскурсию. Это уже первые посетители, которые тестируют мой компьютерный клуб. И знаешь что? Я только что сделал баннер. И прям в эту же секунду я наконец-то официально открою свой компьютерный клуб и дам ему название. Знаешь какое? Ну-ка. Пошли, я тебе покажу. Пацаны, аккуратнее. Сильно не тыкать по мышке, компы как бы старые, да, но в будущем... Что такое, дядя Эдик? А у вас есть чай? Мишаня, у меня бутылка воды есть. Вот. Чё ты орёшь? Слез с освежителя пердежа, это святая штука, на нем топтаться нельзя. Все, Лерочка, давай ты играй, Лерочка, и вы тоже. Так, Кать, ты на улице? Да, жду тебя здесь. Ага. Смотри. Ты готова лицезреть мое творение? Пожалуй, да. Готова. Так, но перед тем, как его лицезреть, мне подписчики уже заспамили комменты под каждой серией практически, чтобы мы с тобой убрали вот эту вывеску с арендой. Ну, как бы реально. Всё, готово! Зачем она нужна? И сейчас я повешу сюда свой баннер. Давай, на счет 3. Барабанная дробь, Кать, барабанную дробь дай. Та-да-да-да-та-дам! Вешай. Короткая какая-то барабанная дробь, давай длинную. Та-да-да-да-та-да! Это не барабанная дробь. Барабанная дробь делается так. Вот так. Сделай.
Давай. Давай. Кать, сделай барабан вот так. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, делаю. О, ты себе поляшком стучишь? Так, давай, делай, делай, делай. Я устала, давай быстрее. Ёкарные яйца. Любимые дорогие подписчики, я рад приветствовать каждого в моем новом компьютерном клубе. Компьютерный клуб «Игровые яйца». А почему яйца? А почему нет? Ну, ну в смысле... логично. Типа, я считаю то, что яйца крутые. Типа, одно яйцо всегда хорошо, а два яйца еще лучше. Все пацаны и мужики подтвердят. Ну, вот! Игровые яйца в руках геймпады, вот я. Ну, слушай, мне кажется, мой дизайн ничем не уступает твоему дизайну. Слушай, ты отойди сюда и посмотри в общую картину, вот как тебе. Кать, ну слушай, ну бизнес процветает, бизнес процветает. Ты знаешь, я бы еще перекрасила бы стену этого здания, а то оно какое-то, знаешь, такое тускленькое. Да, кстати, можно. С моей стороны можно сделать что-то синее или красное под цвет моего компьютерного клуба, а с твоей стороны там розовое, фиолетовое. Розовое, да, давай. Во, да, согласен. Так, ко мне сейчас должна прийти эта чувиха, поэтому я пошла готовиться. Какая чувиха? Ну, это, которая в красном платье-то, которая мне хотела лицо которая, да, которая тебя еще курицей наз... Да? Так вот она уже бежит! Вот она! Здравствуйте! Ну, приглашай ее там, приглашай! Здравствуйте, молодая женщина, вы на маникюрчик? Здравствуйте, к вам на маникюр, вы меня помните? Помню, помню, да-да-да, это ты мою девушку тогда курицей позвала, да? Да-да, тушканчик обтрепанный, да, хорошо, давай, проходи, проходи, проходи быстренько, сейчас тебе Катя все патлы обстрижет, да, угу. О, здравствуйте, молодая женщина, старая кукушка ты. А что будем делать? Подожди, блин, Лера, ты это мой администраторский компьютер, здесь не разрешено играть, быстро туда к пацанам, быстро к пацанам. Какой-нибудь красивый, чтобы мне понравился. Ну, знаете, я могу приложить вам красный к вашему платью. Если вы накосячите, то я вызову своего мужа, и он закроет вашу шарашкину контору к чертям собачьим. Слушайте, давайте так, все будет хорошо, я сделаю вам отменный маникюр просто, и никто ничего закрывать не будет, хорошо? Все, лапу свои давай. Лапу давай и не выёживайся. Катя мастер своего дела. Она делает маникюр. Сколько времени ты уже держишь маникюр? Неделю, две? Где-то дня три. Дня три. Все хорошо. Она умеет, моет и практикует. Все, давай. Кого всё, там? Давайте. Кого забанили? Кто кого банит, пацаны? Я не могу понять. Да, все. Сейчас я посмотрю. Время вышло! Время вышло! Каждый по... Сколько там? Какие у меня вообще ценники? По 100 рублей каждый. Лера, ты не играла? Нет, ты играла за моим компом, поэтому 100 рублей тоже. На сервера Эдисона забанили. Ну, значит, не надо было читерить. Я-то тут при чем? Ты слышишь? Что это за музыка? Там что-то вообще какие-то бомбы, блин, взрываются. Подожди. Я в музыку какую-то слышу и... Что за Новый год? У кого праздник? Кто умер? А так это вот этот тренер с этой чиксой своей тут празднует что-то. День рождения, что ли? А куда? А бабки заплатить! А за закон... Открытие! Открылся фитнес-клуб «Кенгуру». А у меня тоже открытие! Открытие! Открылся компьютерный клуб «Игровые яйца». Акция! Успокойся, тебя никто не слышит. Приходи в мой компьютерный клуб со своим компьютером и играй всего лишь за 20 рублей в час! Ну, в смысле, используй мой интернет... Все, тихо. Тебе уже ничего не поможет. В смысле, мне ничего не поможет? Ты понимаешь, что они, заразы-то такие, они поджидали мое открытие и открылись в тот же день, что я открыл свой компьютерный клуб! Именно в тот же день!
боюсь, что нам придется теперь с ними бороться до конца. Ты смотри, смотри, они тоже акцию делают. Скидка целых 10%, поторопитесь, только сегодня. Для детей до 6 лет скидка 20%. Одно посещение 500 рублей. Нифига себе 500 рублей, вы там обожрались что ли совсем, а? Вы в Жопосливке живете или где? 500 рублей за... Да, пенсионеры в Жопосливке в месяц 300 рублей пенсии получают. А вы детям до 6 лет говорите 500 рублей посещение? Скоро открытие маникюрного салона, огромные скидки приходить. Да ты там совсем что ли офигела? Зачем нам два маникюра? Блин, ты совсем там что ли? Ты прикинь, она тоже хочет ногти делать. Да я... А вы-то деньги... Пошли туда, сейчас я дверь закрою. Не, я не знаю, с этим тренером нужно бороться 100%. Ты понимаешь, как они сильно нас... Да запихните себя в задницу! Извините, эти салюты. Пошли. Нарушаете сон человеческий, вы что тут разорались-то? На улице 8 вечера, все спят уже в Жопосливке, а вы свои салюты запускаете, а? Слушай, ты... Ну что, сосунки, приперлись, хана вашему бизнесу. Вот видите, все, капец вам пришел, открылись мы. А почему собака-то такая, почему вы открылись именно через пару секунд после того, как я открылся? А тебе-то что смешно? Просто... Эй, ты слышь, красная курица, иди заплати хотя бы за одну руку. Убежала она, посмотрите на нее. Ты смотри, они наших клиентов так сильно отвлекли, то что они нам даже бабки не запасляли. Открытие. Слушай, я тебе это откры... А тебе когда-то задницу фейерверком простату проверяли, не? Слушай, это он серьезно говорит, лучше тебе поспокойнее быть. Хоть усики и пропуск в трусики, но сейчас мы... Да хватит мне тут перед лицом вот это мозоли своими фейерверками! Уйди! Да собака-то такая! Ой, Кать, нет! Так, слушай, с сегодняшнего дня я ненавижу салют. Я вот тоже. Да! Нет, они просто издеваются. Все внутрь, бесплатное угощение, всем чай с бубликами и печеньем. Ты посмотри, он их, еще их кормить бесплатно. Они еще и так клиентов заманивают. Все внутрь, в нам лавандовые игровые яйца салон, бесплатные дошики всего лишь за 15 рублей. Нет, вряд ли так сработает. Ну слушай, ну мы не такие... Вообще не сработает. Фитнес-клуб кенгуру. Ну понятно. Понятно, да ты посмотри. Да пойдем тоже посмотрим, что ли, что подожди, там. Подожди, ты посмотри, какую халупу двухэтажную они выстроили. Просто посмотри. Понимаешь, я что... Я вижу. Нам с ними, вот честно, Кать, давай мы с тобой пооткровенничаем. Нам с ними вот бороться, вот я думаю, то, что нет смысла. Ты видишь, сколько у них бабла есть и какой огромный фитнес-клуб они забабахали. И это они еще даже не открыли маникюрный салон, понимаешь? Ой, ну если у них реально такие цены, я не знаю, кто к ним будет ходить. Разве что... Да, в смысле? Вот эта богатая Чиксай будет к ним ходить? Ты видишь, что там дети купаются? Вместо того, чтобы дети мне заплатили бабки за мой компьютерный клуб, они эти бабки сейчас отдадут им и будут купаться в их бассейне. Вот смотри, там кто-то прыгает на втором этаже. Они уже купаются за 500 рублей. Да откуда у вас такие... Если пусть еще один салют, я тебе стекло все сломаю. Вот, пацан со второго этажа выпал. Никакой техники безопасности. Ну пойдем что ли внутрь тоже посмотрим. Может, чай попьем хоть на халяву. Пойдем. Ну ладно, если у них сегодня акция, то что каждому посетителю чай бесплатный. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты что руки распускаешь? Это вы Екатерина Эдуард? Ну да, я Екатерина, вот Эдуард. Вот Эдуард, я Екатерина. Ну да, я Екатерина Эдуард. Вам вход в это заведение запрещен. С чего бы это вдруг? Это кто решил то, что нам вход в это заведение запрещен? Пошли, Катя. Отодвинься, пройти. Собака. Раздевалка у нас. Это кто нам тут завязал? Эй, вы в черном списке этого заведения? Слушай, это что, вконтакте.ком, что ли? Какой черный список? Катя, отойди, у него бита. Посмотрите, какой жесткий охранник, а. И вы считаете то, что это нормально? То есть нас здесь, походу, никто за людей не держит, да? То есть я понимаю, окей, конкуренция, но это ненормально то, что вы нас добавляете в черный список, че скинули и даже не сказали причину, как последние бабы поступают.
Пожалуйста, нам надо разобраться с этой чиксой, которая не заплатила нам за маникюр. Катя ей 8 ноготков сделала. 8 или сколько? 5. Вот за 5 ноготков заплати! В смысле, не... Все, я не буду с тобой. Я чисто... Ты мне сейчас зубы так выбьешь, если битой меня продолжит... Ладно, пошли. Вы в черном списке, валите отсюда. Хорошо. Скоро вся твоя жизнь в черном списке будет. Еще раз лапу поднимешь на Катю. Пошли. Ты посмотри. Слушай, они только драться и умеют. Вот так вот вы всех своих клиентов и распугаете. Фу, антиреклама. Танечка, иди в сраку, Танечка. Салют отпускает. Уходите! Это уже не ваша территория, я могу здесь находиться столько, сколько мне будет... Сколько я захочу, короче! У них уже кукушка поехала совсем. Я руфер. Угу, понятно. Да, ладно. Ну и забирайте себе этих посетителей. Да, все с вами понятно. А ты, чикса! Сейчас в нашем заведении в черном списке, понятно? И ты, руфер мелкий, тоже. И ты тоже охранник. Да. Подойди, давай, подойди, на кулаках разберемся. Подойди сюда. Алло. Я пошутил. Катя, внутрь, я пошутил. Все нормально, я справлюсь. Мелкий меня тоже ударил. Ты понимаешь, что у них там творится? Разбойники, мам, я честно не понимаю, что у них происходит. Кать, ты понимаешь, что это задница? Все, я боюсь, что даже если мы эту чиксу в черный список добавим, она к нам даже уже в принципе не придет. Неважно. Видишь, как много у нас посетителей сейчас в наших салонах и клубах? Не протолкнуться. Подвиньтесь, пожалуйста, да не толкайтесь. Вы не понимаете? Да. Душно, проветри помещение, пожалуйста. Проветрю помещение. Слишком много народу у нас здесь в заведении, да. Слушай, Кать, а ты помнишь, что было позавчера? Там сумбурно все смыто, так размыто, не помню. В позапрошлой серии ты помнишь, что было? Там, нет, по-моему, какой-то... Не помнишь. А ты помнишь, что было позавчера? Не? Если не помнишь, тыкни прямо сейчас на подсказку и посмотри, потому что к нам в гости приходил грабитель с бабулей. И, Катюх, у меня вот такая... А где наши телефоны? Не помнишь случайно? У меня. У тебя? Дай телефон. Дай телефон. А, позавчера был очень интересный день. Мы там с грабителем пошушукались. Я тебе даже не рассказал, что тот черт в балаклаве. Ну как бы он грабитель. Он же в балаклаве. Ну да. И мы с ним договорились, то, что я его не палю тому чуваку, которого он старотып взял синюю тачку. Ну, как бы давай не вникайся, там очень длинная история, не знаешь, про какую синюю тачку я говорю. Короче, я его не сдаю полиции, а он мне помогает в будущем. И такая вот у нас ситуация. То, что я ему предложил... Я ему предложил помочь мне с разорением бизнеса вот этого тренера и Танечки, ну, после того, как они откроются. Ты серьезно? Ага, алло? Мы что, в криминальном городе живем, что ли? Да. В общем, здорово, черт в балаклаве. Помнишь? Ага. Ну, как я тебе говорил, вот эти пописяки тренерские и маникюрские открыли свой салон. Да. Надо тут пару небольших таких ограблений сделать. Не-не-не-не-не-не-не-не. Да. Так что давай, приходи. Нет, это пипец. Будет интересно.